Вот на этом складе обычно загружаются контейнеры. Вот, например, стоит контейнер, видите, тоже его сейчас загрузили. Ну, здесь, насколько я понимаю, отгружаются только мотоциклетные покрышки. А покрышки для квадроциклов где-то в другом месте загружаются в контейнеры. Да, здесь только мото. И на самом деле этот склад достаточно большой. И в месяц мы отгружаем примерно 1000 контейнеров. Прям 1000 контейнеров, это же так много. Да, 1000, ну плюс-минус, примерно 1000. А что, например, в этих картонных коробках? Камеры? Нет, здесь покрышки. Покрышки? Мы никогда не видели, чтобы покрышки упаковывали в такие картонные коробки. Ну да, это вот покрышки, бренд Обер. Сейчас мы с вами зайдем внутрь склада и увидим его реальные масштабы. Они потрясают. В этом складе огромные площади, огромные масштабы. Но и если нужно найти какую-нибудь покрышку, без, как бы, человек неопытный, ее даже так просто здесь не найдет. Мы с вами закончили экскурсию по двум фабрикам Ванда, то есть фабрике, которая производит моторезину, и фабрике, которая производит резину для квадроциклов. Мы под впечатлением от того, какое огромное это производство и от всего, что вы нам показали. Спасибо вам. Спасибо вам тоже, что вы приехали. Bye-bye.